Что касается дублированного контента, ведь мы можем искать не просто по набору ключевых слов, но и, например, используя InTitle, например, нас интересуют дубликаты, значит, нас интересует дублированный контент с точки зрения тайтла. То есть мы можем искать так, а можем искать по основному тексту документа, InText. Результаты поиска будут совсем другие. И комбинируя несколько операторов, мы можем искать дубликат контента более точно и более качественно.